Привет! Если ты не жадина-говядина, успей поставить лайк под этим видео за 3 секунды! 1, 2, 3! Время вышло! У сирены выходной, он пришел к себе домой. Лег он сразу на кровать и решил скорей поспать. И сирене снится сон, только в этом сне не он. На нем головый диджей, и стоит он за пультом. А рядом колонки, а жили сторонки, и колонн тоже стали вдруг. Сирена колонку взял за ручонку и сказал, теперь ему он друг. Решетку перережут, в башне дверь они тихонечко открыли и спустились вниз, но им пути закрыли. Стража их кольцо взяла, в наступление перешла, но сирена пульт свой взял и тихонько заиграл. Про колонку вспомнил друг и прибавил ему звук, и пустили стражи в пляс, вместе весело смеясь. Спал диджей-паук в своей квартирке ночью и услышал звук большой сирены точно. Она очень захотела его навестить и друзей с собой решила захватить. Ворвались в квартиру и разбудили паука, заставили играть. Опять вечеринка, сирена в обнимку с картункетом будет танцевать. Вредные соседи и вызвали полицию на звуки эти, а сами смотрят на облаву из окошка. Полиция ворвалась в дом как неотложка, а когда зашли они, то в рай попали. Никогда такого счастья не видали, и они остались с ними на целую ночь, и соседи тоже к ним пойти не прочь. Взяли они торт, что разозлились. Диджей на вечеринку тоже их пригласил и потом друзей на праздник угостил. Хаги в лотерею суперприз выиграл, и кисти ждет сюрприз. На воздушном шаре вместе полетают, он залез в корзину и смотрит вниз. Кисти видит шары вовсю, чтоб на нем отплыть, но не успевает, шар тот улетает. Кто-то хочет Хаги насолить. В небе парит, Хаги дрожит, прямо в грозу он быстро летит. Хаги сдувает, и вдруг удар, молния попал прямо в шар. Он со свистом закружился и вниз упал, и в бурлящую реку он сразу попал. Он начал назад, бесполезно это водопад. Полетел он вниз, но тут его подхватили крылья так легко. Кто же ты, приятель, автобус-пожиратель, обитает здесь недалеко. Он свое гнездо его принес, настоящий рядышком утес. Шерсть ему распутал, листьями укутал, сунул червячка. Хаги вместе с сиреной в цирк пошли, а там на арене фокусник свой выкатил ящик. На него накинул он плащик, он зовет из зала кого-то на арену. Всем там охота, и друзья локтями пробились на арене, вмиг очутились. В ящик они вошли, фокусник
дверь как закрыл. Палочкой раз, два, три, маш, ты дверь открыл. Вдруг он изумляется, кто-то появляется. Киси, Хаги, головы оттуда выбираются. Фокусник не поймет, что же он натворил. А головой тройной чуть его не прибил. Он его запустил на моноколесе, а за ним несется лев во всей красе. А потом летать он заставил и под купол его отправил. Закружился тот и свалился на батут, большой приземлился. А головы рядом и шляпы достал. Дает огромную жабу, запихнул обоих их в ящик и надел на ящик тот плащик. Раз, два, три, и ящик открылся, но никто там не появился. Фокусник по тайному ходу умотал от этой работы. У Вани закружилась голова, она на кроватку прилегла. Так она устала, что с нее упала маска, своей жизнью зажила. Вылетела маска из окна и пугает всех теперь она. К Хаге захотела, в дом к нему влетела, за дверью притаилась там одна. А у него в доме друзья, кукла и Пеппа свинья. Сели они в лото поиграть, но вдруг начал свет у них мигать. Сам включился фен, пылесос и утюг. Картун побежал, осмотрел все вокруг. Кукла на кухне, а Хаги во двор. Ну а маска сразу в коридор. Начала крутиться вокруг себя, сделала страшные глаза. Молнии швыряет, попадает, и становится она лыса. Картун биту взял и оттолкнул, маску и в пакетик запихнул. Хаги утром ранним вышел к дому Вани и пакетик ей под дверь воткнул. Хаги в шоке со вчера, к нему мама в дом пришла. Он весь вечер убирался, и он дожидался. Пылесосил он диван, приготовил марципан и купил цветок для мамы, яркий желтенький тюльпан. Вот дверь отворилась, и мама ввалилась, сразу под затыльник раздала. Пятно на диване и грязь на стакане, мама все отмоет до пила. Не влезает он уже в свои галоши. Мама видит эту жесть, не готовит больше есть. Сбросила его с дивана, он обратно хочет влезть. Только мама на чеку тренирует по свистку, отжимания, приседания, но он хочет шашлыку. Монстры все в клубешник собрались, перед зеркалом наряжались, нафуфырились и помчались, сразу на танцполе остались. Там сегодня все зажигают, и диджей у пульта играет. Батлы начались на танцполе, и участников уже море. Киси танцует вверх, равных ей в этом нет. Хаги жирует танцпол, выбрал себе дэнс-холл. Картун как старается, вогом увлекается. Руки сильно растянул, ими колыхается. Смена музыки, и к ним идет Картун Дог. Он танцует один свой любимый хип-хоп. Все ликуют, а он на своей голове. Покрутился и проехал на руке. За столом сиреноголовый все сидел, как будто свинцовый. Показать хотел, как танцует, но краснеет и паникует.
Являемся победителем этих батлов. Сайрон стал с огромным талантом. Всем головам не до сна, вышла полная луна, и на праздник все бегут, Киси с Хаги уже тут. Разожгли они костры, принесли они цветы, встали в круг и вызывают монстра страшной красоты. Вот он появился и с неба спустился, монстры поклоняются ему. Но Хаги забылся, и с Киси резвился, разозлилось солнце потому. Киси обнялись, ведь мечты у них сбылись. Только им сюда нельзя, тут головые друзья. Их отправили домой, сами стали в круг толпой и танцуют, восхищаясь своим солнцем и луной. Хаги как-то в ванне влюбился, к ней в охранники напросился. Будет рядом с ней в эпицентре охранять торговые центры. Как-то в магазин зашел Фредди, задремал он там в туалете, а проснулся, центр закрылся, на ночь он внутри очутился. Вышел в торговый ряд и свалил экспонат. Ваня пошла узнать, Хаги остался ждать. Она переодевается, тихо продвигается, видит Фредди зайца, вдруг сразу он влюбляется. Побежал он за ней и какой-то букет с полки быстро схватил, подарить ей хотел. Подошел со спины, развернулась она и за Фредди побежала вдоль окна. Фредди прыгнул на эскалатор, вниз бежала, там индикатор. И врубилась в центре сирена, Ванни превратилась мгновенно. Вновь в охранника и помчалась, вниз на лифте к Хаги спускалась. Только там уже стоит Фредди, смотрят они в камеры эти. Все втроем пошли на разведку, обошли весь центр, но нету никакого страшного монстра. Может, все приснилось им просто. Картун едет на авто, нету правда, ну и что? Поздно он затормозил и на красный проскочил. Полицейский отдыхал, но как это увидал, он включил свои мигалки и за картуном погнал. А картун несется на ламбе все дальше, спрятался от Хаги он в кустах. Но Хаги все знает, и ночи дождавшись, пошел он арестовывать кота. Но когда раздвинул ветки, испугался он как детка. Из кустов на небо дышит монстр страшный, ждет глупышек. Ламба пасть раскрыл, но Хаги так подпрыгнул, что на дерево он без труда запрыгнул. Видит картун Кэт, сидит с ним тоже рядом. Ламба жив внизу, испепеляет взгляд. Из багажника топор ламба быстренько взяла, постучала по стволу и свалила дерево. Картун в ветках там застрял, ну а Хаги ствол прижал, ну а ламбе хорошо, рот раскрыл и всех сожрал.